Добрый день! Сегодня буду готовить ленивые лепешки-беляши на сковороде. Рецепт для тех, кто не хочет возиться с тестом. В глубокую емкость вливаем 300 мл кефира комнатной температуры. Всыпаем чайную ложку пищевой соды. Хорошенько перемешиваем. Далее добавляем пол чайной ложки соли. Также 1/4 чайной ложки сахара. Сюда же закидываем 2 яйца. Снова все хорошенько перемешиваем. Просеиваем 400-450 грамм муки. Перемешиваем, доводим до однородной консистенции. Тесто готово. Далее берем 2 средние луковицы и измельчаем в блендере. Далее берем 300 грамм готового фарша, у меня говядина с курицей, солим, перчим по вкусу. Отправляем измельченный лук. Все хорошенько перемешиваем. Соединяем тесто и мясо. Готовую массу отправляем в разогретую сковородку с добавлением большого количества растительного масла и формируем беляши. Обжариваем с двух сторон до полной готовности. Ленивые лепешки-беляши готовы, подаем к столу. Приятного аппетита! На этом все. Подписывайтесь на канал. Впереди вас ждут еще множество интересных и вкусных рецептов. До новых встреч!